О проблемах благоустройства и озеленения в Омске наслышанный Общероссийский народный фронт. ОНФ в эти дни проводит в медиафорум в Санкт-Петербурге. Редакцию телерадиокомпании «Антенна-7» представляет мой коллега Евгений Нефанов. Он стал победителем всероссийского конкурса журналистских работ в номинации «Телевидение. Специальный репортаж». За сюжет о скандале с высадкой деревьев на улице Ленина прошлой весной. Напомню, эта красивая аллея появилась рядом с кадетским корпусом. По замыслу, шаровидные ивы должны были стать особым украшением центра города. Однако, если обычно саженцы привозят из теплицы питомников, то здесь они появились благодаря пересадке из сквера на улице Воровского. Но сначала пытались отрицать все это в Омской администрации. К слову, в материале, который вышел в эфир программы «Новости», мой коллега поднял тему о проблемах благоустройства и озеленения в Омске в целом. Облака пыли и гари над перекрестками – примета Омска. Маленьким горожанам это пока невдомек. А вот взрослые говорят о проблеме открыто. Светлана гуляет с внучкой рядом с магистралью. По всему проспекту Маркса, вот где пешеходные переходы, очень мало деревьев. Вообще насаждения, можно сказать, нет. В основном вот асфальт. Вдоль центральной улицы миллионного города много лет сидят пни, а с недавних пор растут обрубки. Это ноу-хау агрономов управления и чиновников департамента. Деревья должны когда-нибудь зазеленеть вновь. Но эколог Сергей Костырев говорит, что такими темпами город-сад не поставит.